Привет, дорогие друзья! Вы на канале CryptoBaby. Я решила сегодня вас познакомить с необычным, очень интересным проектом. Значит, непосредственно у нас игровой проект NFT DeFi. Проект у нас называется Binapet. Это достаточно интересная тема. Даже в конце видео мы с вами вылупим маленького дракончика. Так что досмотрите это видео до конца, чтобы ознакомиться со всеми деталями и неплохо заработать. Кстати, Binapet зародился совсем недавно, то есть в августе этого года, и уже привлек достаточно много людей. Так как является очень интересным, можно зарабатывать, можно пофармить, ваши драконы будут приносить вам крутую прибыль, вы даже можете покупать яйца драконов, драконы разные, разного уровня, ну короче, это очень заманчиво, реально стоящее что-то интересное, и там уже свыше 6000 держателей. То есть совсем молодой проект, а держателей у нас уже достаточно много. Значит, непосредственно экосистема Binapet – это идеальное сочетание игр NFT и DeFi, которое позволяет пользователям одновременно получать удовольствие и прибыль. Комплексная экосистема включает в себя игру Binapet, RPG, фарминг NFT, Marketplace и Battle. Binapet – это больше, чем игра. У Binapet также есть сильное сообщество, которое помогает игрокам инвестировать в деятельность, чтобы зарабатывать на игре деньги. Значит, удачливые питомцы-драконы, вы сможете их создавать сколько угодно, сколько вы захотите, и в конечном итоге ваши драконы вырастут и будут приносить вам офигенную, кстати, прибыль. Значит, непосредственно вы сможете поставить свой драконий NFT на ферму, он будет генерировать токены Binapet для каждого блока. Также вы сможете играть, выбирать себе противника, побеждать захватчиков, чтобы выиграть ценные предметы. Также вы сможете продать эти предметы за токены Binapet или оставить их себе, чтобы увеличить свою силу в будущих уже битвах. Также вы можете купить или продать драконов и редкое снаряжение каждому на полностью децентрализованном рынке NFT. Рынок, кстати, открытый. 95% дохода вводится в пул майнинга, а 5% комиссии за транзакцию передается, кстати, команде разработчиков. Не забывайте также подписываться на социальные сети, чтобы не пропустить самое-самое интересное. Значит, так у нас выглядит магазинчик. Здесь вы можете покупать яйца дракона, какие-то снаряжения, так сказать, себе, помощь в игре. У меня, значит, уже есть одно яйцо дракона. Также я приобрела токенов Binapet. Буду пробовать играть. Сама, честно, так загорелась. Только разбираюсь над проектом, над игрой. Хочется все попробовать. И я решила сегодня в обзоре открыть этот киндер-сюрприз, так сказать. Значит, возможно, сделаю еще обзоры. Сколько у меня будет там драконов. Что из этого у меня вообще получается. Получается ли зарабатывать, или только получать удовольствие. Все расскажу. Значит, также у нас есть NFT фарминг непосредственно. Здесь вы видите, у нас неплохие годовые процентные ставки. Это идет энергия драконов. То есть вы можете также своего дракончика поставить, зарабатывать вам денежки. Также у нас есть marketplace. Можете приобрести тоже вот таких вот крутых дракончиков. Также у нас есть битвы. Здесь, как вы видите, у нас противники. Вы сможете поставить уже себе, подбирать противника, просто если вы выберете сильнее, понятное дело, вы проиграете. Кстати, проигравший тратит 10 энергии, 10 единиц энергии, а выигравший всего 5. То есть вы сможете потом сходить, возможно, еще на одну битву, смотря какой силы у вас будет дракон. Также они различные по стихиям. Вы сможете с этим ознакомиться, достаточно интересно. Это непосредственно моя, так сказать, страница. Здесь будут мои драконы, мои драконьи яйца. Вот мое яичко. Значит, также, что вам хотела показать.
Непосредственно покажу вам в следующем обзоре, сколько у меня уже драконов, это те, которые у меня есть. Ну, как бы пока их нет, но не буду. Это драконы, которые будут на фарминге. Это те, которые на битве. И те, которые продаются. Также у нас есть возможная документация, я вас с ней ознакомлю. Давайте откроем же это яйцо, чтобы посмотреть, кто у нас там получится. Значит, непосредственно вы покупаете яйцо, вылупляете дракона. Кстати, потом драконов можно скрещивать, там вылуплять яйца. Честно, еще не пробовала, но самой очень интересно. Давайте вылупим его. И кто же у нас там будет? Сейчас нужно подтвердить у нас через MetaMask транзакцию. Транзакция пока подтверждается, почему-то так долго, так волнительно, уже на самом деле интересно, кто же там у нас, опа-на. А у нас вот такой вот зеленый, крутой малыш-дракон. Значит, теперь пусть он у меня подрастает. Будем покупать снаряжение, будем играть. И вот уже есть все по моему дракону. Он у меня первого уровня, есть уже немного энергии. Как вы видите, есть жизни. Ну, все, в принципе, не самый плохой выигрыш, так сказать. Там, когда открываешь яйцо, может вам повезти, и вообще попадется там мега крутой дракон. Так что поспешите поучаствовать, по-моему, достаточно интересно. И я сейчас даже немного кайфанула от того, что он вылупился. Круто. У нас есть дорожная карта. Начинается она с запуска токена, предпродажный запуск. Значит, запуск на панкейке, запуск магазина NFT, запуск NFT фарминга, подача заявки на листинг CoinSniper, на CoinHunt, на CoinGecko, на CoinMarketCap, маркетинговый толчок для распространения информации, 20 тысяч участников уже в телеге, то есть там уже реально крутое сообщество. Значит, также у нас BinoBet NFT, маркетинг, опять же, куда без него. Огромный толчок через маркетинг и влияние на YouTube, Twitter, Reddit, TikTok и многое другое. Опять же, маркетинговый толчок, размещение акций уже на бирже CoinGecko, листинг на CoinMarketCap. Также у нас на сентябрь держателей 5000, уже, кстати, выполнили там больше 6 даже. 22 тысячи участников в Telegram. Масштабный маркетинговый толчок также. Больше мемов от сообщества, то есть там еще и веселятся, помимо того, что они кайфуют, когда вылупляют драконов и играют, еще и зарабатывают при этом, еще и тусят, там веселятся по полной программе. Короче, это реально что-то крутое, интересное, стоящее. Также на октябрь у нас уже запланировано 10 тысяч держателей. Спрос порождает предложение, так сказать. Поэтому поспешите, потому что я думаю, что реально начнет расти в цене токен. Значит, бесплатная раздача будет, реквизит BinoBet NFT. Значит, непосредственно функция опоры игрового оборудования BinoBet NFT онлайн. Масштабный маркетинг влияния опять. Расширяющаяся команда, то есть будет расширяться команда, будет расширяться проект, придумает еще что-то крутое, интересное, ну и многое другое. Также появится объявление на крупных торговых площадках. Дорожная карта, я думаю, у нас как бы расписана так нехило, а здесь у нас, в принципе, что там того сентября осталось, только на октябрь осталось, и то, сколько много дел ребята решили сделать. Вы сможете ознакомиться со всей возможной документацией, посмотреть, как играть самостоятельно уже, и потом приняться, так сказать, за работу. Приобрести токены BinoBet можно на панкейке. За 0.1 BNB вы получаете 514 токенов BinoBet. Значит, а за 1 BNB, соответственно, чуть больше там 5000. Значит, на покойне есть график токена. Токен у нас как бы постоянно растет в цене. Медленно, но уверенно, это уже хорошо. У нас есть общее количество токена в виде 100 миллионов. Также рыночная капитализация свыше 7 миллионов долларов. То есть это уже нам о чем-то говорит. Значит, также у нас есть смарт-контракт аудитов.
можете с ним ознакомиться, потому что проект является безопасным. Так что переходите, знакомьтесь. Я думаю, вам проект понравится. Это что-то реально нереальное. Со всех сторон интересный. Также есть у нас страница в Твиттере. Значит, здесь какие-то последние новости, все самое интересное. Возможно, будут какие-то раздачи, розыгрыши, обновления по игре, по проекту. Ну, вы сможете здесь, короче, отслеживать новости. Так что советую вам подписаться. И, конечно же, Телеграм-канал. Здесь у нас уже больше 20 500 участников. Значит, здесь скучно не будет точно. А также, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы сможете их напрямую здесь задать. По поводу там драконов, договориться, может, с кем-то поиграть, как там, я сама буду разбираться, как это выглядит. Короче, разберетесь, главное, подписывайтесь. Я желаю вам всем удачи, вылупить крутых, милых, маленьких драконов, чтобы они были более сильные, более крутые, и, конечно же, побед вам вместе с Бинопэт. Я желаю вам удачи и классного настроения. А мне ставьте лайки, дизлайки, обязательно пишите комментарии и не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока!